9 января в дежурную часть МВД России по Свияжскому району города Ульяновск поступило сообщение от жителя областного центра о краже личного имущества из принадлежащего ему автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 19-летнего неработающего местного жителя. Молодой человек пояснил, что разбил боковое окно, а затем из салона транспортного средства потерпевшего похитил видеорегистратор, после чего сдал ее в ломбард. Также установлена причастность данного лица еще к серии аналогичных преступлений. В настоящее время отделом дознания МВД России по Свияжскому району города Ульяновска проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.